Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, в предыдущем эпизоде уже наконец-то как бы уже эволюционировал Dragon Air, да, уже. И, ребята, сейчас я думаю, или можете идти сделать себе еще немножко немножко ультраболов, или идти просто еще продолжать прокачивать покемонов. Ну, в принципе, ультраболы и так нужны, как бы, да. Фиг его знает, сколько у нас, ну, не знаю, сколько у нас там покемонов, но давайте еще прокачаем, наверное, немножко, и потом мы, наверное, сделаем себе ультраболы, да. И будем ловить других покемонов, да. Ну, как бы сейчас у нас есть какие-то покемоны, которых можно прокачать. Которые как бы... И, ну, словили мы там, да, немного покемонов. И еще можно их прокачать. Как бы... Так, там у нас покемон босс. Идем и туда. Чё ты... Так. Идем мы вот сюда. Так, где ты? Ух, опять под землей. Да. О, он там? Да, вот он, отлично. Так. Идем мы, ребята. Давайте куда-то мы опять сюда пойдем. Вот сейчас сюда. Так, тут никого. И давайте вот сюда. Так, тут вроде тоже никого. Ладно, Гравлиту еще 2 уровня осталось. 4 уровня осталось, чтобы начать его как бы... Ну, я сказал, что я его прокачаю на 30... Да не на тебя. Я сказал, что я его прокачаю на 30 уровне, когда он будет 30-м. Да ты чуть... Так что еще немножко его прокачаем. Так, ну, уже 27-й. И... А ну вот, тут ты... Нет, ты нет. О, 31. Давай. Ты? Так. И. О, там у нас покемон босс, но... А, вот он, да. Ну, в принципе, да. Он еще там? Да, вот сюда. Фу. Ну. А. Мне показалось ли я там действительно лаву слышал? Это чё такое? А, я ж думал, что-то его немножко там. Ну, Грули 28 уровень.
Да, вот. Фосил. А, мы тут уже были, наверное. И не раз. Так, тут у нас... Да, мы тут уже были. Давайте еще, может, вот туда пойдем. Ух, мне тут 90. Так. Тут у нас тоже есть какой-то проход, поэтому сейчас мы хотя бы немножко сюда пройдем. И... Ух, нет. Туда мы не пойдем. Да, давайте уже постараемся прокачать Гравлита, да. Еще два уровня. И вот... Да не, не ты. Вот так вот. И... Ух, Гравлит уже 29 уровень. Так, ты какой уровень? Ух, ух, ты куда? Ты 4-й, так, отлично. И... Ну давай уже, сколько там? Так, Гравлит 29. Давайте еще хотя бы парочку каких-то покемонов, чтобы уже прокачать его. А не в бою. Так, идем и вот сюда. И? Нет, еще чуть-чуть. Вот, наконец-то. 30-й уровень, ребята. Ну, сейчас мы еще немножко прокачаем. Ну, кого-то, да? Так. Ну, словили мы Псайдака. Прокачать можно будет. Так, кто тут еще есть, кого можно? Ну... так, давай еще вот вы. И можно, наверное, идти сейчас уже будет домой. Прокачивать. Гравлита? Да. И да, ребята, давайте идем мы домой. И сейчас вылечим покемонов. Или у нас... Да, есть у нас вот один Файрстон. Ну давай.
Идем мы эволюционируем нашего гравлита. Отлично. Давай. Ну, во, какой ни хрена себе. Так, ну, офигенный покемон Арканайн, и давайте ставим его в компьютер. Ну. Так. И ставим его вот сюда. И берем кого бы взять на прокачку. Абру, Псайдака. Давайте Псайдака возьмем. Так. Давайте идем поспим. Ну, так. Ну, Псайдаку просто немного уровней осталось до эволюции. Ребята, давайте, может, на этом уже закончим. Так, эволюционировали мы гравлита. Ну, пёсика, да, псину. Пса эволюционировали гравлита. И давайте, в принципе, на этом закончим, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.